Около 200 водителей проверили в ходе совместного рейда сотрудники ГИБДД и судебные приставы в Петропавловске. Каждого из автомобилистов полицейские проверяли по своей базе данных. За несколько часов сотрудники госавтоинспекции пресекли ряд грубых нарушений правил дорожного движения, а также задержали 35 водителей-должников, у которых имеется более 10 неоплаченных штрафов или задолженность свыше 10 тысяч рублей. Данные водители были переданы судебным приставам для дальнейшего разбирательства. Кроме того, в ходе рейда выявлены 5 водителей, которые управляли транспортным средством, при этом не имели права управления таковым. Также задержаны 2 автомобиля, водители которых в установленном порядке не зарегистрировали транспортное средство, либо регистрация транспортного средства была прекращена. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что все водители должны самостоятельно время от времени проверять информацию о своих штрафах и уплачивать их в течение 60 суток. В противном случае нарушители рискуют заплатить в 2 раза больше. Также для них предусмотрены обязательные работы до 50 часов или административный арест на срок до 15 дней. Информацию о штрафах можно получить на едином портале государственных и муниципальных услуг Камчатки или на официальном сайте ГИБДД.